уважаемые трейдеры, с вами Пол Яктов Максим, аналитик компании Академия Трейдинга Инвестиций, и сегодня я вам покажу самый настоящий Грааль под названием «Новости» и как я торговал на новостях по нефти в четверг, когда у нас с вами были запасы. И на графике моем в терминале мои сделки выглядели так, то есть их было всего две штуки, и первая из них это была продажа, которая оказалась неудачной, но из данной неудачной продажи я вышел победителем, то есть я не потерял здесь деньги, и я вовремя перевернулся, то есть я понял, что на самом деле сценарий у нас бычий, и, собственно, заработал на этом движении, и сейчас я вам объясню логику, почему так было. Во-первых, нужно понимать, что сами новости, то есть вот в этом моменте у нас вышли новости, и они у нас вышли на лоях, то есть до этого целый день цена падала. То есть она падала, и в самом низу у нас с вами вышла новость. После перехая вот этого местного экстремума, у нас здесь оказались самые огромные объемы, то есть за американскую сессию. И после отката и нового импульса цена делает перехай и делает здесь еще большую плотность. То есть в сумме у нас уже здесь получилась нереально такая плотность с огромными объемами. И после слома вот этой тенденции я начертил такую тенденцию, потому что увидел, что вот здесь цена больше не делает перехай, а следовательно покупатели здесь не сильны, как я думал на тот момент. И после пробоя данной тенденции, то есть после ее слома, я продал вот на этой слабости быков, я продал, и как раз это все было у нас на круглом уровне 50.50. То есть вот мы с вами видим то, что прямо над, по данному уровню у нас проходит первая плотность, прямо над ней вторая, и цена, так и не сумев закрепиться над данным полукруглым уровнем, опускается под него, и в этом моменте я продаю. И, собственно, происходит у нас первый импульс, откат, и цена опять устала, то есть не захотела идти вниз. Я начертил тенденцию вот таким образом и все еще сидел в продажах, потому что я понимал, что подо мной еще есть площадка, то, что цена вполне может сделать импульс просто на 50 пунктов до круглого уровня, 50 ровно, это сильный уровень психологический по нефти. Я думал то, что чистый проход от 50.50 до 50.00, он открыт. И после вот этой коррекции я все еще ожидал этого импульса, но после того, вот если посмотреть внимательно, мы с вами увидим то, что цена делает слом вот этой местной тенденции, то есть вот у нас приорчик здесь небольшой, после его слома и закрепление вот здесь, в этом месте, я ликвидировал свою сделку по продаже. Я понял то, что медведи здесь никакущие, и у них ничего не получается. Быки здесь сильнее. И в этот момент я сразу же перевернулся в покупку, поставив стоп вот за этот минимум. Потому что я понимал, что раз здесь не пошел медвежий сценарий, значит это был откат. Вот это был истинный импульс, несмотря на наличие объемов по верхушкам. Истинный импульс был вот это движение, вот это был откат. И, следовательно, у меня есть в запасе минимум 50 пунктов на третью волну, что, собственно, и произошло. Поэтому на графике это выглядело так, то есть ликвидация неудачной продажи в плюс, в небольшой, и переворот, собственно, в обратную сторону. То есть здесь я купил, поставил стоп, потом, когда цена сделала вот этот импульс, а я работал по простой схеме, то есть на 161 фибе от данного импульса, то есть это движение можно было уже считать импульсом, я объяснил почему, и собственно на 161 фибе я часть позиции закрыл, то есть 2 трети, основную прибыль я взял и небольшую часть, то есть 1 треть от позиции я оставил без убытки. Я взял ту часть движения, которую понимал, и это и есть самый настоящий Грааль, который все ищут, а именно понимание рынка. И во время новостей. Во время новостей вы знаете почему. По той причине, что ликвидность невероятная, движения сильные, и все работает очень технично и грамотно. Главное лишь понимать, что вам подсказывает цена, и тогда все будет у вас хорошо. И, собственно, как-то вот так это все у нас с вами выглядело. Ничего сложного в этом нет. И торговать на новостях это прибыльно, это достаточно просто. И это быстро, что самое главное. То есть мне не нужно целыми днями сидеть у монитора, выискивая какие-то сетапы непонятные, с непонятным потенциалом. И с вами был Пол Яктов Максим. Подписывайтесь на наш канал. И всем до скорого и больших вам профитов.
Thank you.